Всем привет! За один день на живом мастер-классе в Москве у нас рождается вот такое количество работ. Мы делаем светильник роза из изолона, он светится. Мы делаем георгин из изолона, тоже светильник, он тоже светится. Мы также сделали вчера с девочками ранункулус из изолона бежевый. Они тоже светятся. За один день работы реально сделать три светильника. Три совершенно разные работы. Я не знаю, как вы, девочки, а там Ирочка Ищенко проводит свой мастер-класс. У нее сегодня ее день. И, конечно же, мы разбавим вот это все белое желтеньким и красненьким цветом солнца и цветом страсти. Мы можем найти поле здесь, по-моему, что-то там, какие-то строения, там есть что-то зелененькое.